The wall itself has a history. It's a церковь впервые. Continue with the outline. Вот, это ты себя, а защищать правду Божию. Это классическая история. О люди премия стал Антиох Эпифан. Okay, so let's talk for a minute about hearing God's voice. Поговорим о слышании Божьего голоса. Remember, I talked to you about body, soul, spirit? Помните, я говорил о духе, душе и теле? So when God speaks to you, he speaks to your spirit. И когда Господь говорит к вам, он говорит к вашему духу. And when he speaks to your spirit, когда он говорит к вашему духу, you may get a picture. Вы видите какой-то образ в своем мышлении. You may get an impression. И у вас появляется какое-то впечатление. You may hear words. Вы можете слышать слова. You may get a scripture. Может быть, вам будет приходить какое-то место Писания. You may get an idea. Или идея. You may feel an emotion. Может быть, какие-то эмоции. See, when God speaks to your spirit, it can be very different what you get then in your mind. И когда Господь говорит к вашему духу, это может отличаться от того, что придет вам в разум. So God does not always speak the same way every time. И Господь не всегда говорит одинаково. So usually when you pray, поэтому обычно, когда вы молитесь, what begins to come into your mind and into your heart is God speaking to you. То, что приходит вам в виде мыслей на сердце, то, возможно, скорее всего, это Бог говорит с вами. Now you have to begin to test that. Конечно, это нужно испытывать. And what happens is you begin to, as you test it, you begin to experience the difference between your thoughts and when God brings you. И когда вы начнете испытывать это, вы увидите, вы начнете ощущать разницу между словами от Господа и вашими собственными впечатлениями. But many critical times God has spoken to me, and I just had a thought. Но в каких-то критических ситуациях Господь просто говорил мне, а мне это приходило как просто мысль. I didn't know if God spoke it or not. Я тогда не исследовал и не знал, говорит это Бог или нет. And then I test it. Я испытывал это. When it's God, it proves to be right. И, ну, чтобы понять, что это правда. And you begin to recognize his voice more. И я начинал больше распознавать его голос. What is that? Кто-то набирает кого-то. Oh, turn the volume down on that, okay? Выключите звук, пожалуйста. A little distracting. Okay, so God speaks to you. Господь говорит к вам. In different ways. По-разному. And speaks to your spirit. К вашему духу. Sometimes he'll speak through some another person. Иногда он будет говорить через другого человека. And in your spirit, you have a witness. И в вашем духе у вас будет свидетельство. И вы будете понимать, что это Бог, что это правильно. Я вам рассказывал, как я впервые попал в MJBI? No? Well, this is how it happened. Вот как I это was было. At a conference in Vienna, Austria. Я был на конференции в Вене, в Австрии. And there was Jewish Gentile reconciliation. Там была как бы конференция, посвященная единству между евреями и неевреями. And one of the leaders of this conference invited me to come. И один из лидеров конференции пригласил меня с женой. Many years ago. Много лет назад. I mean, I think I've been here now. This is my 16th time. Это мой уже 16-й раз где-то здесь. In Odessa. В Одессе. So it's been many years. То есть уже много лет я сюда приезжаю. And we were at the conference, and I felt uncomfortable. Мы были на конференции, и я почувствовал какой-то дискомфорт. You know, all these different leaders from around the world. Все эти лидеры со всего мира. And I wasn't sure it was God's will for me to be there. И я не был уверен, что это была Божья воля для меня. It's like little rats going by. Как будто здесь какие-то маленькие крыски ходят. Rabbits. Или кролики. And I thought, well, is this God's will for me to be here? Я начал задумываться, это Божья воля вообще для меня. Because you had people who had very big influence. Потому что там были очень серьезные люди, имевшие огромное влияние. So I told my wife, I said, I don't know if we should be here. Я жене сказал, я не знаю, или мы должны быть здесь. And so I prayed about it with her. Я молился об этом с ней. And I woke up in the morning and I felt the Lord say to me, open your Bible and read.
Я проснулся утром, и Господь сказал: открой свою Библию и читай. And I opened up the Bible, and it was the story of Saul when he was persecuting the church. И это была история о Павле, когда он преследовал церковь. Now I don't really believe in open the Bible and having God speak. Ну, я не верю особо в такой стиль, когда открываешь Библию. I like to joke, you know, sometimes if I do that, I open the Bible and it says, you know, Judas went and hung himself. Ну, знаете, как это популярная история, когда открываешь Библию, там написано, пошел и повесился. And then I close it and I open it to another place and it says, you go do the same thing. Потом открываешь в другом месте, там написано, иди, делай и поступай так же. You know, for me it doesn't work too good. Для меня оно не особо работает хорошо. But sometimes. Но иногда. See, God will tell you, just open the Bible and read, and He's going to speak something to you. Господь будет вам говорить, открой Библию и будет отвечать вам через нее. So I was reading the story. И я читал эту историю. And then it said Saul had the encounter with Yeshua, and he was blind. И там написано, как Шауль, он встретился с Иешуа, он был ослеплен. And they take him into Damascus. И его отвели за руку в Дамаск. Now he's been killing people, had people killed and put in prison for following Yeshua. Он убивал людей и отправлял их в темницы за то, что они проповедовали Иешуа, исповедовали. So then the Lord speaks to a disciple, I think his name was Ananias, and he told him, go find Saul. И потом Господь проговорил Анании и сказал, иди, найди Шауля. Like, no, I'm afraid to do that. И тот сказал, нет, я боюсь это делать. And go walk into the lion's mouth. Это как идти впасть ко льву. Have you ever seen the video of the guy who sticks his head in the crocodile's mouth? Видели когда-нибудь, как люди кладут голову в пасть крокодилу? A big mistake. Большая ошибка, по-моему. Right? He says, no, I'm not sticking my head in the crocodile's mouth. Он сказал, то есть не буду я совать голову в пасть крокодилу. And the Lord says to him, no, it's okay, you'll be okay. Но он сказал, все будет хорошо, иди к нему. He's been called by me, my servant. Он, это мой слуга, я его призвал. He says, and you'll find him on a street called Straight. И там он сказал, найдешь его на улице, которая называется Прямая. And as soon as I read that, и когда я это прочитал, God spoke to me. Господь проговорил мне. And the words "a street called Straight" jumped off the page at me. Boom! И вот эти слова "улица под названием Прямая" они просто врезались мне. Have you ever been reading the Bible and all of a sudden something goes? Вы когда-нибудь читали так Библию, что стих прям прыгал на вас? That's God speaking. Чтобы Бог вам говорил таким образом. Many times God speaks just as you read His word, like that. То есть очень часто Господь говорит с вами именно таким образом. So I said to my wife, God spoke to me about this conference. Я говорю жене, Бог проговорил мне об этой конференции. And she said, well, what did God say? И она говорит, и что же он тебе ответил? I said, He said a street called Straight. И я говорю, и он мне сказал, улица под названием Прямая. Well, that's real helpful. Очень помогло мне, спасибо. Right? Okay. Спасибо, что объяснил. What are you going to do with that? Что с этим теперь делать? Right? Sometimes God speaks to you. Иногда Бог вам что-то говорит. And you don't understand what He's saying. А вы не понимаете, что Он говорит. Well, why didn't God just speak to me and say, "You should be here"? Почему Богу бы не взять You're и не сказать, right ты здесь должен быть, ты таки на правильном месте? Because He wanted to be more dramatic. Потому что он хочет так все сделать более драматично. Говорит, пошучу-ка я над тобой сегодня. Я говорю жене, в общем, ответ сегодня такой, улица Прямая. So, I went and had breakfast with my wife and the friends we had that were in the room next door. И мы пошли с женой на завтрак, к нам присоединились друзья из соседнего номера. They were missionaries from Lebanon. Это были миссионеры из Ливана. And I said to them, we're going to be sitting all day at the conference. Would you like to walk to the place where we're? И я им говорю, слушайте, мы на конференции будем все время сидеть. Может, прогуляемся к месту проведения конференции? I'm a little bit, I hate sitting all day long. Потому что я не могу сидеть целый день. And so I said, let's walk. And they said, okay, we'll walk with you. И я предложил прогуляться. Они сказали, хорошо, мы пойдем. We met at the door of the building. Мы встретились у входа. And we were staying in a Catholic convent. You know where the Catholic ladies, the nuns live? И там мы стояли рядом были монахи, монашки.
So we came to the door, and then this couple was there, and then there was a man standing with them. И пришла эта пара, мы их дождались, и с ними был еще один мужчина. They said, "Hey, we have our friend with us. Is it okay if he walks too?" И они говорят, вот с нами друг, можно он к нам присоединиться? So we started walking. И мы начали идти. And then I looked at this man. I said, "Hello," introduced myself. Я посмотрел на этого мужчину, представился. Told me his name. Он сказал, как его зовут. I said, "Well, what do you do?" И я спросил, чем вы занимаетесь? He said, "Well, I'm a member of the parliament in Syria." И он сказал, ну я член парламента в Сирии. And he said, "I'm, you know, and I have a Christian bookstore." И он говорит, и у меня есть книжный магазин христианский. Listen. Слушайте. As soon as he said that, когда он это сказал, I knew in my spirit, я знал в своем духе. Write this down. Можете записать. I knew in my knower, я знал в своей внутренностью. Okay, what is your spirit? Где ваш дух? They're like little eyeballs. Eyeballs. Your spirit, they're like eyes. Это ваш дух, это как ваши зрачки. So your spirit are like ears. Ваш дух это уши, слух. They're spiritual ears. Духовные уши, духовные глаза. Just like your physical. Just not so как, hard to как и в физическом мире. Remember we talked about your big ears yesterday? All the girls are hiding their big ears. Помните, мы вчера говорили о том, что девушки прячут свои уши. Get behind your nice hair, but I know you have real big ears. За прической. You have eyes, you have ears. У вас есть уши, у вас есть глаза. Your spirit has eyes and ears. У духа есть уши и глаза. And sometimes your spirit knows something. И порой ваш дух знает что-то. Your mind doesn't know, разум этого не знает, but your spirit knows. Но дух знает. Have you ever had that? Было у вас такое? You don't know how you know, but you just know something. Вы не знаете, откуда это, вы просто Maybe знаете. Something happened somewhere. Может быть, что-то somewhere. Где-то произошло с кем-то. Or something's going to happen. Или что-то произойдет, right? Правильно? I think most of us have had that experience. Я думаю, что у многих был такой опыт. That I would think all of you have. Я думаю, даже все имели такой опыт. In your spirit you knew something. То есть в своем духе вы знали это. You did not have the information in your mind. Но информации в разуме еще не было, правильно? And so when he said, "I'm a member of parliament and I have a Christian bookstore," и когда он сказал, я член парламента, у меня христианский магазин, I knew. Я знал. And I looked at him and I said this. И я посмотрел на него и сказал. I said, "Is your bookstore in Damascus on a street called Straight?" Я у него спрашиваю, ваш магазин находится в Дамаске на улице под названием Прямая? He said, "Yes. How did you know?" И он сказал, да, откуда вы знаете? To this day, it's still there, street called Straight. До этого дня существует эта улица Прямая. You understand what I'm teaching you? Понимаете, о чем я вас учу? See? God speaks to us. Господь говорит к нам. But sometimes we don't have all the information yet. Но иногда у нас нет всей информации. We love God to give all these explanations like a book. Мы любим, чтобы Господь нам давал все объяснения, как вот по книге. Sometimes he doesn't do that. Иногда он так не поступает. Sometimes he just gives you a little piece of the picture. Иногда он дает маленькую картину. And then says, "Trust me." И говорит, доверяй мне. So God speaks in many ways. Господь говорит по-разному. But when your heart is right toward God, но когда ваше сердце правильно перед Богом, you can trust your heart. Вы можете доверять вашему сердцу. What comes into your heart? Что приходит вам на сердце? God puts things into your heart. Господь вкладывает вещи в ваше сердце. He puts desires in your heart. Он вкладывает туда желания. Sometimes we don't think it's God because it's not too spiritual, right? Иногда мы не думаем, что это Бог, потому что нам кажется, что это не слишком духовно. I would really like to do this. И мне это не нравится, я не хочу этого делать. Your heart's right from God? Вы думаете, тогда сердце ваше правильно? And you keep praying and that desire grows? Но да, но вы просто продолжаете молиться и желание появляется. It's probably God. И возможно, это Бог. You see? The Bible says, "Delight yourself in the Lord." Писание говорит, чтобы мы находили свою радость в Господе. И Он восполнит желание вашего сердца. Господь говорит по-разному. Иногда Он спрашивает, а чего хочешь ты? A few years ago, I think I've told the story before, but a few years ago I was thinking, where have I not been in the world?
Я, кажется, рассказывал эту историю, но какое-то время назад я подумал, где я еще не был в мире? Куда бы мне хотелось поехать поучить? Я подумал, я хочу поехать в Австралию. И я кому-то из друзей об этом сказал. And they had some contacts. У них какие-то контакты были. And then I was invited to Australia. Потом меня пригласили в Австралию. And now I've been there like 7 times. И я уже там 7 раз был. I was there 2 times last year. Дважды за прошлый год. I hate the flight because from Los Angeles to Sydney it's 15 hours in the airplane. Ненавижу летать, особенно из Лос-Анджелеса в Сидней 15 часов лететь. But did God tell me to go to Australia? Но разве это Бог мне первый сказал отправиться в Австралию? Я просто решил, что я бы хотел туда поехать. Я помолился. And God said, okay. И Бог сказал, отлично. You understand? Понимаете, да? Don't become more spiritual than Yeshua. Не будьте более духовны, чем Иешуа. Sometimes God says, what do you want? Иногда Господь спрашивает, а чего хочешь ты? Это или это? Sometimes he says, not this one, do this one. See? Иногда он говорит, сюда не ходи, туда ходи. Adam and Eve were having a prayer meeting. У Адама и Евы было молитвенное собрание. And all the animals were walking by. И все животные проходили мимо. And God said to them, wait, and I'll tell you the names of all the animals, so you can name them. И Господь сказал, так, всем стоять, сейчас я вам расскажу имена животных, чтобы вы их называли правильно. Но оно же не так было. Господь привел животных к Адаму и спросил, как ты их хочешь назвать? Это важно. Like как ты хочешь, чтобы их назвать? God is creative. Господь, Он творческий. И сделал нас творческими. Понимаете, о чем я? Поэтому несложно быть творческим, иметь желания и мечты. Это не является чем-то недуховным. But you submit those things to the Lord. Но надо с этим всем приходить к Господу и доверять это Господу. And you follow the Lord. И следовать за Ним. And if the Lord closes the door and says no, then you say it's okay. Если Господь закроет дверь и скажет нет, тогда нормально. I know that you are smarter than me. Вы скажете, я знаю, что ты умнее меня, и ты благ. There's a reason that the door closed at this time. И есть причина, почему дверь закрылась именно в это время. See, God speaks sometimes through open doors, иногда Господь говорит и открывает двери. And sometimes he speaks through closed doors. Иногда Он говорит через закрытые двери. But that's not what I wanted. Но это не то, чего я хотел. Okay, he knows better than you. Но все равно Он знает лучше, чем вы. See, he wants what's best for you. Он желает лучшего. And there's a reason that doors close at certain times for some. Есть причина, почему двери закрыты в определенное время для определенной цели. You can pray all you want. Вы можете молиться о чем угодно. You can shout all you want. Можете cry all you want. Кричать о чем хотите. If the Lord closes the door, если Бог закроет дверь, don't kick it open. Не надо в нее стучаться. Do you remember in the Bible when they kicked the door open? Do you remember in the Bible when they kicked the door open? В Библии, когда вот там был случай, когда выбили дверь. So we want to eat meat. Ну, то есть они сказали, что мы хотим мяса, мы не хотим больше манны. Manna is okay right now. И Бог сказал, манны сейчас достаточно. Они сказали, нет, мы хотим манну. Мы хотим мяса. Больше никакой манны, мяса. No more manna. No никакой more manna. Маны. Right there, никакой no маны. That's just, okay. Бог сказал, хорошо. You really want точно meat? Хотите мясо? You know, it wasn't so good. Не очень было им See, полезно. Sometimes God says no, and we know it. Иногда Бог говорит нет, и мы знаем это в сердце. And we still go and kick the door но down. Все равно стучимся в дверь. It never works out good. Но never. Хорошим это не заканчивается. So you can learn the easy way, хотите научиться... You can learn the difficult way. Вы как хотите? Научиться легко или сложно? Right? So you're gonna learn. Все равно научитесь. It's up to you. I like to learn. I'm a baby.
Я ребенок. Like pain, like я не люблю like страдания, голод, боль. Right? Не люблю. I don't. Мне не нравится. And the older I get, the less I like it. И чем старше я становлюсь, тем меньше мне это все нравится. Younger, things, когда know, я был моложе, я делал разные сложные, безумные вещи. Older, like, you know, I like to be a baby. И когда взрослеешь, думаешь, не, лучше быть ребенком. My granddaughter comes and takes nice care of me. I mean, my son's wife. She's so sweet. Ну, там, мои внуки обо мне заботятся, дети. Мне внуки приносят, там, покушать, like что-нибудь подкидывают. Все хорошо. Don't не переживайте, еще у вас, вам будет где пострадать, поэтому не надо искусственно еще себе страдания нагнетать. Door, поэтому если Бог закрывает дверь, right, say, okay. Говорите хорошо. Доверяйте Ему. Okay, so hearing the voice of God. Итак, слышание Божьего слова. Spiritual authority a little bit. Теперь немного о духовной власти. Does that help a little bit? Кому-то вообще это помогло? Okay. So many times there are just thoughts that come to you. То есть очень часто будут приходить просто мысли. Sometimes you just know in your spirit. Иногда вы просто будете знать в духе. You don't know how you know. И вы не знаете, как это происходит. One time when I was pastoring, как-то, когда я был пастором, there was a group of people decided to have a meeting because they wanted to get rid of me as the pastor. They wanted to fire me. Группа людей, они собрались и решили снять меня с пасторства, потому что было определенное разделение. So there was about eight people. Где-то 8 людей собрались. And they met at somebody's house. И встретились они в чем-то доме. So I was watching television. Я смотрел телевизор, eating snacks, кушал эти штучки вкусные, которые мне приносят. Ничего and духовного. All of a sudden I knew in my spirit. Но внезапно в духе я понял. I heard in my spirit. Я услышал в духе. And in my eyes I saw in my spirit. И своими духовными глазами увидел. And I saw all the people and where they were. Я увидел этих людей, где они находятся. And what they were saying. И что они говорят. And so I picked up the telephone. There was no cell phones then. Я взял тогда трубку, тогда еще мобильных не было. And I called the house. И я позвонил туда, в этот дом. And I said, "Hello." Я сказал, алло. I said, "This is Pastor Jan." Это пастор Ян. Oh, hi, Pastor Jan. О, привет, пастор. I said, "Is this person, all these people, are they there right now?" И я спрашиваю, вот этот сейчас с вами? And I said, "Yes." И он сказал, да, откуда вы знаете? I said, "I just want to let you know." God knows what you're doing, and it's not good. И я сказал, я хочу, чтобы вы поняли, что то, что вы сейчас делаете, это нехорошо, и Бог знает, что вы делаете. Спокойной ночи. They probably ran outside to see if I was looking in the window. Наверное, они все выскочили наружу и начали смотреть, может, я там где-то рядом. Do you understand what I'm saying? Понимаете, о чем я? We don't have to live in the limitation of our soul. Нам не нужно жить в ограничениях нашей души. My children, when they were growing up, they said it was terrible. Мои дети, когда они росли, они говорили, что это было ужасное. Because every time we started to do something bad, our father knew what we were doing. Потому что они говорят, мы когда начинали делать что-то не то, то папа всегда знал, что происходит. See, if you're a praying person. Если вы любите молиться, если вы молитвенник. God is fun. Бог благ. You understand what I'm saying? Понимаете, да? Это помогает. He'll help you. Это вам очень поможет. See, it's real. Это реальность. It's real. Все реально. So spiritual authority. Итак, духовная власть. So James chapter 4, verse 7. Иакова 4:7. Says submit to God. Написано, покоритесь Богу, devil, противостаньте дьяволу, and he'll flee from you. И побежит от вас. Okay. So how do we tell the devil to go? Как мы говорим дьяволу уйти? We first have to submit to God. Мы должны подчиниться Богу. If we're not submitting, in other words, if you're not doing what God is telling you to do, если вы не делаете то, что Бог вам говорит делать, okay. Then you don't have ability to make the devil listen to you. Тогда вы не сможете заставить дьявола слушаться вас. Но когда вы слушаете Бога и делаете то, что Он говорит вам делать в вашей жизни,
когда вы принимаете Его истину, тогда у вас духовная власть, вы имеете духовную власть. Деяния 19:15. Если вы хотите двигаться в духовной власти, you have to come under authority. Вы должны стать под власть. What's 19:15 say, Kirill? Что в Деяниях 19:15 написано? I forgot what it says. Tell me. It's about the evil spirits, about those seven sons. Okay. Yeah. Mm-hmm. Но злой дух сказал в ответ: Иешуа я знаю, и Шауль мне известен, а вы кто? Okay. 19:15, right? Okay. Yeah. Good. So you can't say I am my own pastor. Вы не можете сказать, я сам себе пастырь. Just me and God. Только я и Бог. Doesn't work. Так не будет. It's not what the Bible teaches. Об этом Библия не учит нас. The Bible says you're to submit yourself under spiritual covering. Писание говорит, чтобы right? мы подчинялись духовному покрову. Be part of a spiritual community. Чтобы мы были частью духовной общины. Right? Submit to leadership, but also to one another. Подчинялись лидерству и друг другу. And then if you do that, then you'll be blessed. Если вы будете это делать, вы будете благословенны, будете иметь защиту. И тогда у вас будет духовная власть. Все очень просто. Римлянам 13:1. Всякая власть от Господа. Даже плохая власть. So you have to listen to authority in the government. Нужно быть послушными власти в правительстве. The police. Полиции. The airport. В аэропорту. Правилам. When I came to the airport here the other day. Когда я здесь прибыл в аэропорт. They had a little dog and he was running on the belt where the suitcases came. И там была собака, которая бегала вокруг. Раздачи багажа. And as the belt moved around, the dog would just run. It was very funny to watch. И она просто бегала за вот эти вот за палетом. But then the customs lady who had the dog, she saw me taking a picture. She says, "She like, no." И, но это была служебная собака, и когда таможенник увидел, что я фотографирую, мне запретили это делать. Okay, no problem. I put my camera away. Я сказал хорошо, убрал фотоаппарат. You submit to authority. Вы подчиняетесь власти. Doesn't matter if you agree with it. И не важно, согласны вы с ней. You submit to it. Вы подчиняетесь. When do you not submit to authority? Когда вы не подчиняетесь? When authority tells you to go against God's authority. Когда власть говорит вам идти против Божьей власти. Right? If the government tells you to steal. Если правительство говорит воровать. And you say, no, I won't steal. Вы говорите, нет, я не буду воровать. Because God says we're not to steal. Потому что Бог говорит, что мы не должны so этого I come делать. Under God's authority, поэтому right? я подчиняюсь Божьей власти. So I'm under authority, я подвластен. But I'm not submitting to the government in that situation. Но в этой ситуации я не подчиняюсь правительству. But otherwise we do what the government says. Но в других ситуациях, в нормальных ситуациях, я подчиняюсь правительству. Опять же, до тех пор, пока мне не говорят про, идти против Бога. Если мне скажут, больше нельзя поклоняться Иешуа, я все равно буду это делать. Но в других случаях буду слушаться правительство и делать то, что Бог меня призывает делать. Same in the church. То же самое в общине. Right? If the pastor says do this, we do it. Если пастор говорит, делай это, мы делаем. I don't agree. It doesn't matter. Я не согласен. Неважно. See, if you do it, God will bless you. Если будешь это делать, Бог тебя благословит. But if the pastor tells you to go steal, если пастор говорит идти воровать, then you say no. Вы скажете нет. See? I'm going to obey God. Я буду слушать Бога. Do you understand what I'm Понимаете, saying? Понимаете, о чем я говорю? Right? Same in the If I go in the kitchen, если я иду на кухню, and you're the cook, а вы повар, then the cook says, "Don't do this, do that." Повар говорит, не делай это, делай вот это. It's your kitchen. Это ваша кухня. So when I come to your kitchen, I do what you tell me to do. Поэтому, когда я прихожу на кухню, вы мне говорите, что делать.
But I may be the pastor of the church. Но может быть я пастор церкви. Doesn't matter. Неважно. If the pastor goes to the kitchen and he's the cook, если пастор идет на кухню, cook tells him to do. А там главный повар, то пастор делает то, что говорит повар. Write this word down. Запишите это. Domain. Domain. It's the area of your authority, your responsibility. Say the area of your responsibility. То есть у вас есть территория вашей власти. So you have authority in the place where you have responsibility. У вас, вы имеете власть в той сфере или на той территории, где вы имеете ответственность. So I'm the pastor. Я пастор. I can't tell you how to raise your children. Я не могу говорить, как воспитывать детей. I can give you good ideas. Могу дать совет, идеи, идеями поделиться. But in the end, you have to decide what time they go to bed, what they're going to eat. Но в итоге вы решаете, когда их, когда ложиться спать, когда будить, когда ходить в магазин, когда есть. It's not my domain. Это не моя сфера влияния. You understand? Понимаете? But in the church, но в церкви, the pastor's domain. Но в церкви пастырь главный, это его сфера влияния. But in your home, it's your domain. В доме это ваша сфера влияния. So we have to learn to respect the different areas of domain. Мы должны учиться уважать разные сферы влияния. Make sense? Понимаете? Now, if someone is married and they ask me their opinions, I can share my opinions. Если там супружеская пара, они спрашивают моего мнения касательно каких-то вопросов, я могу поделиться. Но я не могу им заповедать, как им строить отношения. Я не могу их учить в этом плане. Навязывать не могу, понимаете, да? Now, if they're doing something like they're stealing, you can say, well, you have to stop stealing. Если они, конечно, там воруют, например, я им могу сказать, look, вы не должны воровать. I've had people come to my church, and that's how they make their money. They steal. У меня были прихожане, которые таким образом жили, зарабатывали на жизнь, воровали. Им нравилась церковь, они приходили, воровали. At some point, I have to say to them, probably good to make a new job. Но я им говорил, что, наверное, надо найти другую работу. Понимаете, да? Okay, so. If you have a problem with authority, если у вас есть проблемы с властью, and you find yourself always resisting authority, и вы все время противостоите власти, then you're not going to have much spiritual power. Тогда у вас не будет много духовной силы. It's a reality. Это реальность. Get your heart right, start having answered prayer. It's worth it. Привести нужно в порядок сердце, и тогда молитвы будут отвечены. Matthew chapter 8 verse 9. Матфея 8:9. There's a story of the Roman centurion. История о римском сотнике. So he was an officer in the Roman army. Он был офицером римской армии. And he had a high position. У него была высокая должность. And so he came to Yeshua and he said, "My daughter's sick. Would you heal her?" И он сказал, что my servant. Okay, my servant. Thank you. Мой слуга, он болен. And Yeshua said, "Okay, I'll come to your house and heal your servant." И Иешуа сказал, я приду и исцелю твоего слугу. And what did he say? Но что он сказал? He said, "No." Он говорит, нет. You don't need to come. Тебе не нужно идти. Are you get this? He said, "Just speak the word." Просто скажи слово. Just speak the word. Просто скажи слово. My servant will be healed. И мой слуга исцелится. What does this tell you about authority? Что это говорит вам о власти? Yeshua then says, затем Иешуа сказал, all of Israel, во всем Израиле. And what is Israel? Что такое Израиль? The people of faith, right? Это люди веры, правильно? Children of Abraham. Дети Авраама. Abraham is the father of faith. Авраам отец веры. So if you're a true Jew, what are you? Если вы настоящий еврей, вы человек веры. That's a true Jew. Это такой истинный еврей. And so he said, in all the house of faith. И так он сказал во всем как бы народе верующих, в среди всех верующих.
Here comes this man who's not a Jew, and he has more faith than any of you. Человек, который как бы не еврей, он имеет больше веры. Right? Да. This man is a Gentile. He has more faith than all the Jews. Он был не еврей, но имел веры больше, чем все евреи. But what was he talking about? Но о чем он говорил? Because the centurion says to Yeshua, he said, "I am a man under authority." Сотник сказал: "Я сам подвластный человек." I tell people what to do, and they go do it. Ну и также я имею власть. I'm the boss. И говорю другим, что иди сделай. You close the door. You get water. Ты закрой двери. Ты принеси воду. Ты закройся. Ты накрой стол. And they do what I say. И они все делают, что я говорю. I'm under the authority of Caesar. Но я под властью Цезаря. And they have the fear of Caesar. И у меня страх перед Цезарем. Because if they don't do what I tell them, they'll be punished, maybe killed. Потому что все, кто не будет делать то, что им говорят, они могут быть наказаны или даже убиты. Yeshua, when I see you, I see you are a man under authority. И он говорит, что Иешуа, когда я вижу тебя, я вижу, что ты тоже под властью. Because when you speak your words, что ты имеешь власть, потому что ты, когда ты говоришь слово, people get healed. Люди исцеляются. You see the relationship with authority and faith? Видите взаимодействие между людьми веры? See, when you come under authority, когда вы приходите под власть, your words have power. Когда вы получаете власть, ваши слова обретают силу. When you come under authority, your words have power. Когда вы подвластны, когда вы знаете, что это такое, вы получаете власть, и ваши слова обретают силу. Proverbs 22:1. Притчи 22:1. Says a good name is more desired than riches. Говорит о том, что доброе имя лучше богатств. A good name is more desired than riches. Доброе имя, оно вожделение богатств. So how do you have a good name? Как получить хорошее имя? By being a person of your word. Быть человеком слова. If you agree to do something, you do it. Если вы согласились сделать что-то, вы это делаете. If you say you're going to do something, you do it. Если вы сказали, что вы что-то сделаете, вы это делаете. See, many, I understand this. Я понимаю это. So many times in my life, I've given my word to things. И часто в каких-то ситуациях в своей жизни я давал слово. But later on, it cost me a price to keep my word. Но потом мне это чего-то стоило. Это стоило определенных усилий, когда я давал слово. Like и иногда мне не нравилась та цена, которую я плачу за это слово сказанное. Word, но я знал, что если я не буду держать слово, я потеряю свой авторитет, свою власть. You want to have boring prayer meetings or good prayer meetings? Бывают нудные молитвенные собрания, бывают... хорошие. You want to see God answering prayer? Вы хотите, чтобы Бог отвечал на молитву? You better be a person of your word. Будьте человеком слова. If you say yes, если вы говорите «да», it means yes. Это значит «да». So if you mean say no, если вы говорите «нет», it means no. Это значит «нет». See, and what happens is, if you keep your words, people trust you when you speak. Если вы будете хранить слово, тогда люди будут доверять вам, когда вы будете right? говорить. They know if you say something, you will do it. Они будут знать, что если вы что-то сказали, вы сделаете, они будут доверять вам. It makes things work. Тогда все будет работать. Your word is your most important thing. Ваше слово это очень важно. Because it determines how your life will go. Потому что оно определяет то, как будет двигаться ваша жизнь. When you keep your word, the Bible describes that as being faithful. Когда вы храните слово, Библия говорит о том, что вы верны. And when you're faithful, God gives you more. И когда вы верны, Бог дает вам больше. So how does God give you more? Как Бог дает вам больше? He gives you little. Он дает вам мало. Right? If God wants to give you more, what does He give you first? Если Бог хочет вам дать больше, что он, с чего он начинает? Little. С малого. See, what seems unimportant. То, что кажется незначительным. Maybe even boring. Может быть, даже... нудным. But if you're faithful with little, но если вы верны в малом, what's not so important, с тем, что не так важно,
God gives you more. Бог дает вам больше. It's how God tests you. Так Господь испытывает нас. You understand? Понимаете? It's how it works. Так это работает. I love it. It's exciting. Мне нравится это. Good is God shows you how to make life work. Господь показывает нам, как строить жизнь правильно. See, but the world thinks differently. Но мир думает по-другому. I'll do it my way. Я сделаю по-своему. You know, I'll cheat, I'll lie, I won't do what I say. Я буду обманывать. It's not convenient for me. Мне так неудобно. Okay. You can do that. Можно так. But you won't see answered prayer. Но вы не увидите отвеченной молитвы. You won't have spiritual power. Вас не будет, вы не увидите духовную власть. You won't have spiritual authority. Вы не будете иметь духовную авторитет. You won't change the spiritual realm. Вы не сможете менять духовную реальность. See what I'm saying? Понимаете? What would you like? Что вы выберете? Что вам нравится? Anybody can do this. Всякий может так. It's there for everybody. Это всем доступно. See, but when you keep your word, но когда вы храните свое слово, God blesses you. Господь благословляет вас. He blesses you. Благословляет вас. You remember the story of Saul and the Gibeonites? Помните историю с Саулом и We'll talk about that more tomorrow. Гаванитянами. Мы поговорим об этом part of the story. Remember дальше. When Joshua and the Israel went into the promised land? Помните, когда Иешуа, Иисус Навин, когда они вошли в землю? This is the last 5 minutes, okay, we're finished. Последние 5 минут как раз. So Joshua goes into the and they destroy the walls of Jericho. Когда был разрушен Иерихон. And then all the cities and people around here, what happens? Все народы, окружающие города, услышали, что произошло. And they're afraid. И убоялись. I would be. Я бы тоже. And so there were some people who were very clever. И был народ очень умный. They probably had some Jewish blood. Может быть, у них уже тогда была еврейская кровь. They were very smart. Были очень умны. And so they said, "Let's go visit Joshua." И они сказали: "Давайте придем к Иисусу Навину." And we'll deceive him. И обманем его. Because he's going to come and destroy us. Потому что он придет и уничтожит нас. So they put on old clothes. Они одели ветхую одежду. They got dirt in their hair. Смазали грязью головы, посыпали пеплом, взяли заплесневелый хлеб, не чистили зубы 3 дня, от них не очень хорошо пахло, и пришли к Иисусу Навину. Ну, короче, умные люди были, мне такие нравятся. И иногда Библию читаешь, как в фильме. So they said, Joshua, we've come from a far land. И они сказали: Иисус Навин, мы пришли из дальней земли. Заключи с нами мир. И когда ты придешь к нам, мы будем для тебя слугами и будем заготавливать лес для тебя навеки. You know, Joshua was talking to him, their breath is so bad. И Иисус Навин с ними общался, от них так изо рта so пахло dirty. Нехорошо. И, короче, он не мог... He said, okay, это сбило okay, его okay. с толку сильно, в общем. I don't wanna deal with you anymore. Okay. Ладно, no хорошо, problem. Договорились, без проблем. We come to your, придем, нарежете нам хвороста, наломайте. И вот через какое-то время они перешли гору. И вот эти гаванитяне сидят уже все чистые, Welcome, помытые, Joshua. И говорят: «Добро пожаловать, Иисус Навин». Like, Do I know you? А он говорит: «А я что, вас знаю?» Yeah, we just came to visit you. We had agreement. Ну да, мы же вчера вот буквально союз заключили. He said, you deceived me. И он сказал: «Вы же меня обманули». And what did God say? А что Бог сказал? You gave him your word. Ты дал им свое слово. You have to keep it. Должен его сохранить. You hear what I'm saying? Слышите? That's how big your word is with вот God. Настолько важны ваши слова перед Богом. Even when they were deceived. Даже когда их обманули. God said, keep your word. Господь сказал сохранить свое слово. Whoa. Это была клятва. See, are you a person of your word? Вы человек своего слова? You keep your word? Тогда храните свое слово. If you're not, just start doing it. It's a great way of living. It's a great way to live. Keeping your word. Это хороший образ жизни, хранить свое слово. That's why the Bible says, be quick to listen.
Поэтому Писание говорит, будьте быстрыми на слышание, но медленны на слова. And then when you agree, и как, если вы согласны, then you do it. Тогда делайте. If it costs you something, если это что-то стоит, pay the price. Тогда платите цену. And what will happen is you'll have a good reputation. Тогда у вас будет хорошая репутация with God and with man. Перед Богом и людьми. And what happens when you have a good reputation? Что происходит, когда у вас хорошая репутация? Favor comes to you. Приходит благоволение в вашу жизнь. What happened to Daniel? Что произошло с Даниилом? What happened to Joseph? С Иосифом? They couldn't stop the blessing. У них благословения изливались на них. Because even though they served in an ungodly world, даже несмотря на то, что они служили в мире, который не поклонялся they were Богу, honorable people. Они были почтенными людьми. And favor fell upon them. И благоволение было на них. So God wants favor to come upon you. Господь хочет, чтобы на вас было благоволение. So he's going to give you opportunities. Поэтому он будет давать вам возможности. To keep your word. Хранить свое слово. Or you pay a price. Или платить цену. And somebody's going to see it one day. И кто-то когда-то увидит это, и точно Бог это будет видеть. And they're going to say, this is a person of distinction. This is a person of honor. И скажут, что это человек почетный. Что он здесь делает? Поставьте его на более высокую должность. Вот так это действует. Помолимся. So, Father, thank you for your word. Отец, спасибо за Твое Слово. Bless this group of people. Благослови эту группу людей. Lord, cause their hearts to be captivated with how you think. Пусть наши сердца будут захвачены Твоим мышлением. That they may order their lives to be the ways of the kingdom. Чтобы наши жизни, они были, соответствовали путям Твоего Царства. That you make them people of honor. Сделай этих людей людьми, которые в почете. So that favor may fall upon them. Чтобы они имели благоволение. For the Lord will bring favor upon you. Да. Даст вам Господь свое благоволение. The Lord bring favor upon your children. Да даст вам благоволение вашим the Lord детям. Bring favor on your children's children. На ваших внуков. For God remembers the faithfulness of his people. Потому что Господь помнит верность своего народа. From generation to generation. Из поколения в поколение. Listen, guys. God sees generations to come if Yeshua doesn't come back. И если Иешуа еще не вернется, то Господь знает, какие будут следующие поколения. I looked at my wife's family tree. Я посмотрел на родовое древо моей жены. It goes back 25 generations, где-то to the 1400s. До 13-14 века. Mostly in Germany. В основном в Германии. And do you know that 20 of 25 generations were pastors? И там где-то 20-25 поколений, почти все поколения там были пастыря. Crazy. The blessing of God. When God sees your life, He's seeing. Когда Господь видит вашу жизнь, Он видит поколение вперед и поколение назад. Look, the reason you're here right now. Причина, по которой вы здесь сейчас. Is probably 3 generations, 10 generations ago, there was somebody who was faithful. Возможно, лежит основано на том, что 3, 4 или сколько-то поколений назад кто-то был верен. And God says, I see the future. И Господь говорит, что Он and видит I'm будущее. Bless you. Я благословлю тебя. But then he blessed somebody who was not even born yet. Но и благословляет тех, кто еще, может быть, не родился. All right. Bless you. God's good, будьте благословенны, Бог благ. Аминь.